Всем привет! Мы начинаем свое путешествие в Красную Поляну и отправляемся в аэропорт Внуково. Что, тебя заносит, что ли? Укачала. Очень тяжелые сумки. Да, очень тяжелые. А очень большие, главное, и объемные. Да. Старались запихнуть на все. Ага. Что, где здесь вход? Там, где он написан. О, вот он вход. Да. Очередь. О. Наш вылет 1:40, а сейчас мы пойдем распечатывать билет. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Опачки, билетик. Это что за фигурки тут такие интересные? Ну какая штука тут. Моцарт. Бетховен. 250 лет Бетховен. Бетховен. Какие у нас эти ворота? Посмотри, пожалуйста. Выходы какие? 12. Туда. Топаем в зону досмотра багажа. Алла на самом деле очень переживала, что придется снимать обувь. Но все оказалось гораздо проще. И обувь нам снимать не пришлось. Что у нас тут есть из сладостей? Шоколад. О! Вдохновение. Мишка косолапый. Красный октябрь. Аленка. Какая огромная Аленка. Тут у нас все. Киндер-сюрпризики. За 190 рубликов. Что здесь есть вкусненько? Да? Орехи за 720 рублей, которые явно не наши. Баунти, сникерсы. Гора Марсов. Гора Баунти. Чупа-чупс. Сделай мне фоточку с ним. Мне просто интересно, вот эта с пандочкой прям вообще бомба. Сколько она стоит? Поверни. Ну, с пандочкой поверни. Нет, подними. Подними. Вообще подними фигурку. А4 800. Я же сказала, не хочешь, что можно. А маленькая кисочка. Кисочка. Вот эта кисочка. Это коробка. Нет, кисочка, да. Сколько кисочка? У кисочки отвалилась голова. Посмотри, какая тут милашечка. Ты бомба просто. Так, сколько эта штучка стоит? Ну, не крути. Бесценная она, короче. Бесплатно. Бесплатно дают. Боюсь, что бесплатно нам ничего не дадут. Вообще бесценная, короче. Стоят они здесь уже давно. 1790. Ну, так вот коровушка такая себе. Какая прелесть. Путин. Сколько стоит Путин? Я думаю, что ты что собралась? Путина покупать? Не продается. Не смеши меня, мне камера трясется. А Путин стоит 4500. Так же, как и пандочка. А дальше? А после Ельцина? Горбачев. А после Горбачева? Кто это? Там еще кто-то Брежнев. Ой. А, вот Брежнев. Нет, это Сталин, нет? Это Брежнев. Брежнев, да. Хорош, ну там дальше. Кто там дальше? У меня камера трясется, посмотри, кто там дальше. Ну кто-то недокрашенный. А там еще кто-то есть в кукурузе?
вот Сталин. А в Сталине кто? Блин, в Сталине еще кто-то. Кто в Сталине? Где Ленин? Ну, камера трясет. А никого нету. Сталин был последним. Да. Блин, вот это бомба с карматрёшка просто. Расскажи всем, как ты любишь сладкий кофе. Примерно так я его люблю, если он с сахаром. Теперь я делаю так. Делаешь так следующие 40 минут. Что же? А вот он. Еще один длинный коридор. Нескончаемый просто. Али все еще жалко, что он не купил сигарет. Ну, кстати. Ну да, зато здесь есть выдача багажа. Но сигарет, которая нам не особо нужна. Кофеек, чаек. А? Не хочу макетсочек фоткать. Чего фоткать? А вот кофе я хочу. Не, не хочу. Ладно, рано. Так, нам туда. Тихо, спокойно и радужно. А вот Олимпийские кольца. На часах 4 утра мы едем в Красную Поляну, о которой мы вам расскажем в следующем выпуске. Пока-пока!